В порядке проведения государственной итоговой аттестации как для 11, так и для 9 класса прописано, что выпускник в случае своего несогласия с полученными результатами имеет право подать апелляцию. И это право ребенка. И, к счастью, очень хорошо, что сегодняшние дети этим своим правом пользуются. И в этом году у нас было подано 310 апелляций по всем предметам. Если мы рассмотрим статистику за предыдущие 2 года, то вот последние 3 года наблюдается плавная тенденция снижения таких обращений. Если в 2015 году их было больше 400, в 2016 более 350, то в этом году 310. Точно так же снижается и количество удовлетворенных апелляций. И в этом году удовлетворено было 27. Часть из них была из-за технических проблем, то есть во время процедуры верификации верификаторы неверно увидели ту или иную цифру, написанную детьми, и это выяснилось вот при подаче апелляции, как раз при рассмотрении апелляции. Часть апелляций был повышен результат, но это очень незначительное количество. И 2 апелляции с понижением удовлетворенных апелляций год от года становятся все меньше и меньше. Это говорит о том, что наши предметные комиссии работают с соблюдением всех критериев, которые выставляет Федеральный институт педагогических измерений.